Yeah.
Thank you.
Бхагаватам, песня 1 глава, 12, текст 18. Шри Раджа Вача, Шри Раджа Вача, Адеша Вамша Янда Джарши, Адеша Вамша Янда Джарши, Адеша Вамша Янда Джарши, Адеша Вамша Янда Джарши, Пуньяшлокан Махатмана, Пуньяшлокан Махатмана, Пуньяшлокан Махатмана, Пуньяшлокан Махатмана, Анувартита Свитяшаса, Анувартита Свитяшаса, Анувартита Свитяшаса, Анувартита Свитяшаса, Садувадина Саттама, Садувадина Саттама, Садувадина Саттама, Садувадина Саттама. Шри Раджа Вача, Адиеша Вамшьян Раджаршин, Пуньяшлокан Махатмана, Анувартита Свитяшаса, Садувадена Саттамаха. Шри Раджа Вача, Апиеша Вамшьян Раджаршин, Пуньяшлокан Махатманаха, Анувартита Свитяшаса, Садувадена Саттамаха. Шри Раджа, Шри Раджа, добродетельный царь, добродетельный царь, Махараджа Юдиштхира, Махараджа Юдиштхира, Увача, Увача, сказал, сказал, Апи, Апи, Ли, Эша, Эша, этой, этой, Вамшьян, Вамшьян, семье, семье, Раджа Риши, Раджа Риши, святых царей, святых царей, Пуньяшлокан, Пуньяшлокан, благочестивых даже по своему имени. Благочестивых даже по своему имени. Маха Атмана. Маха Атмана. Все великие души. Все великие души. Анувартита. Анувартита. Продолжателем. Продолжателем. Свит. Свит. Будет. Будет. Яшаса. Яшаса. По свершениям. По свершениям. Садувадина. Садувадина. По славе. По славе. Саттама. Саттама. О великие души. О великие души. Перевод стиха. Добродетельный царь Тиштира спросил: о великие души, станет ли он столь же святым царем,
как и другие члены этого великого царского рода. Будет само его имя столь же благочестиво, а слава, которую он стяжает своими свершениями, столь же велика. Все предки царя Юдхиштхиры были великими святыми, неблагочестивыми царями, славившимися великими свершениями. Это были святые на царском троне. Поэтому все люди в государстве были счастливы, добродетельны, хорошо воспитаны, обеспечены, обладали духовным знанием. Такие великие святые цари отдавались на воспитание великим душам, которые воспитывали их в строгом соответствии с наставлениями Писаний, в результате чего в их государстве было множество святых людей, и оно становилось счастливым царством духовной жизни. Часть комментариев. Как здесь вопрос задается о будущем Махараджи Парикшита? Важно понимать будущее. Сейчас очень сложно разобраться в этих вопросах обычным людям. Но в прошлом была ясность, что касается прошлых традиций, они не нарушались. В настоящем моменте времени была ясность. И за будущее также беспокоились. Это наука. Как обеспечить хорошее будущее, это наука. Это не воля случая или несчастный случай. Это закон. Здесь они описываются в шастрах. То есть каждому из нас можно предсказать что-то хорошее. И каждому из нас можно предсказать что-то не очень хорошее. Вопрос, какой мы выберем путь. Вся проблема, не проблема, но дело в том, что у каждого человека есть свобода выбора. Выберет ли он благочестивый путь, вот чем вопрос. Или нет. И как понять, что человек выбрал благочестивый? Он общается со Светлым. Это и есть признак того, что он выбрал правильный путь. Если он не общается со святыми, он этот выбор не сделает. Либо он сам себя считает святым и совершенным, не нуждающимся в помощи и поддержке святых людей. Либо он просто в невежестве, просто живет бездумно. Либо он просто очень гордый человек, либо просто глупый. Что очень схожие понятия в конечном итоге. И почему в прошлом цари были святые? Причина. Откуда их святость? Люди у власти, при деньгах и богатстве, и золоте, купаются в роскоши. Как удавалось сохранить святость в такой среде, неблагоприятной для духовной жизни? И так много привязанностей и власти. Они общались с браманами, со святыми. Здесь говорится, их сразу отдавали. Праведные цари отдавали своих потомков сразу же на воспитание. Школу учителя. И там они предавались аскезе, они не жили в роскоши, эти дети. Они полностью подчинялись наставлениям садху. Их воспитывали до уже такого юношеского возраста. Они потом возвращались в дворец после этого. То есть их учали обуздывать чувства, жертвовать собой, разбираться в писаниях, быть справедливыми, быстро решать, что хорошо, что плохо, потому что царю нужно быстро решать такие вещи. Не запутывается, беспристрастным. Если царь пристрастен к своим родственникам, он везде поставит своих родственников. Все. Как говорит Раштава, везде хотелось, чтобы Дрёдхана был у него. Что он просто был пристрастен к своему сыну. Сейчас по всему миру тенденция везде ставить своих людей, так сказать. И когда даже Арджуна попался на эту удочку. Когда он увидел поле битвы Курукшетры, он сказал, Кришна, как я могу сражаться, там родственники, там свои люди. Кришна говорит, да, ты воин, тебе придется сражаться. Если ты святой воин, тебе придется сражаться даже с родственниками святой война. Ты не можешь помнить о сражении. Даже если там свои люди. Так воспитывались каждый вечер. Беспристрастно. Ради дхармы, ради счастья всех, а не жертвы чем угодно. Даже с родственниками. Если родственник мой является препятствием для счастья других людей, общества, могу пожертвовать этим вообще. Иначе это не святой человек. Здесь обучали таким вещам. Обучали.
И так Дхарма, они были представителями Бога, такие люди, Раджа Риши. Нельзя было их купить ничем, продать тоже нельзя было. Они знали смысл их существования, они понимали свою миссию. Здесь об этом говорится, и Махараджи Тиштир спрашивает провидцев, браманов. Можно сказать, что они астрологи, можно сказать, что не астрологи, не обязательно изучать астрологию, чтобы быть провидцем. Это дар. Если нет дара, то астрология не поможет. Просто высчитывать в компьютере какие-то вещи недостаточно. Вы думаете, что астрология может так постичь техническим образом? Это дар. Нужно видеть чакшур, нритам яна, то знающий уровень амага. То есть я получаю это видение от гуру, не из компьютера, не из источников информации. Я получаю духовный учитель способность видеть глазами. Глаза есть у всех. Способность видеть нет не у всех. Поэтому здесь спрашивают провидцев. Вот у него родился наследник. Последний. Больше никого не было. Парикшит. И должен будет родиться Парикшит. Вот он спрашивает браманов. Будет ли он таким же, как его предки, которым я следую всю жизнь строго традициям святости? Будет ли он таким же Раджа Риши? Каким он будет? Заводится о будущем. И если даже предсказано хорошие вещи, не расслабляйтесь. Они не осуществятся, если мы приложим к этому усилию. Например, каждый человек предназначен для самосознания. Но далеко не все даже интересуются этой темой. Но нам предписано это всем, всем людям, Астаны. Не только Астаны, всего Казахстана даже. Только Казахстана. Узбекистан, Таджикистан, другого стана, и российского стана тоже, американского стана, и австралийского стана. Предписано каждому человеку. Предписано интересоваться абсолютно истиной, обрести трансцендентные знания, выполнить свое предназначение, потому что мы не животные, а люди. Но выберет ли человек это? Вот вопрос. Мы спрашиваем астрологов, у него есть склонность, интерес к этому, будет хоть какой-то? Столько посмотрит, скажет. Пусть уже землю копает, честно. Готовьте к простому труду, но честному труду. Это тоже очистит его. Если не подготовить его к честному труду, он будет воровать. Человек тоже может это делать. Животные не могут воровать. Человек может воровать. Животное берет просто. Такая природа. Мы видели во Вриндаване, что все животные воруют, никто их не наказывает. Обезьяны воруют, коровы воруют, свиньи воруют, собаки воруют. Они просто так живут. Но если человек живет как животное, он вор, говорится. Почему? Почему? Почему собаке можно взять у нас кусок, убежать? Почему корова может войти в лавку, на рынок и съесть что-нибудь без спроса? А почему человек не может? В чем разница? Почему он считает вором и наказывает за это? Потому что он должен осознать законы Бога. Дети тоже не осознают законы Бога, они тоже могут воровать. Но они не отвечают за это, разума нет еще. Просто не за эти старшие отвечают. Твой ребенок ворует, но я накажу его, я ему скажу, я после прослежу за ним. И так детям не дают свободу по этой причине. Детям не дают полную свободу. И дать им полную свободу, они перевернут тут все. Вы знаете это очень хорошо. Также женщины не дают полную свободу верить, потому что то же самое произойдет. Нужно под защитой мужа, отца, сыновей, то есть нельзя освобождать так вот. И царь следил. Царь следил. Что случилось? Где не слышно в коридоре? Ну, можно чуть продвинуться сюда, чтобы пошли. Чуть подвиньте, пожалуйста, там кто скажет в стене. Этот контроль не необходим, получается, в обществе. То есть человек не должен обладать полной свободой. Есть законы, которые ограничивают его свободу выбора, плохую свободу. Значит, у каждого человека есть тенденция совершать плохие поступки, потому что он свободный человек. И вот царь,
он ограничит эту свободу законами. Зачем? Он очень необходим, чтобы направить выбор людей в правильное русло, если они сами не способны. Мы видим, что не все люди могут заинтересоваться абсолютно истиной. Далеко не все. Тогда царь существует, который может просто их направить, как детей. Ребенок не знает, почему нужно учиться в школе, но родители за это отвечают, должен учиться в школе. Позже он понимает, да, хорошо, что я учился в школе, мне нужно было определенно. Так и есть управляющие органы, они для этого предназначены, чтобы люди получили благо из своего существования, максимальное благо, чтобы эти тенденции греховные как-то остановить. Это и царство Раджа Риши. И возникает только один вопрос, серьезно причем. А что же такое грех и добродетель? Кто разберется в этом? Царь знает точно для меня, что грех и добродетель, для любого из нас. Но у меня свои представления об этом, у каждого свои представления об этом. Даже сейчас в мировых традициях это может отличаться. То есть мы настолько далеко ушли от изначальных понятий греха и добродетели, что все стало относительным давно уже. Давным-давно. Если вы в Индии, допустим, в Южной Индии, на Новый год кому-то нальете водки, он оскорбится. Он больше никогда не придет, это будет аппарат хоть серьезно. Брахману водку нальет. Преданный тоже оскорбится, если ему водку нальют на праздник даже. Даже на Новый год. Но если вы в Астане кому-то не нальете на Новый год, то вы оскорбите нас уже. Абсолютно разные культуры. Так что же считать грехом, что добродетелю? Все уже далеко не так, все, у каждого своя правда, как говорится. Вот шастрах отдается от этого. Природа человека является добродетелем. Каждый следует своей природе. Да, и тогда не совершит греха. Женщина как женщина, мужчина как мужчина, и так у каждого варны, у каждого ашрама есть свои предписания, разные различные предписания. Различные материальные природы, различные духовные уклады, и для каждого есть свои правила, и в обществе возникает гармония. Гармония означает сияние. Счастье. Счастье на улице, никого не боится. Счастье дома. Счастье в деятельности. Счастье в уме и в сердце. Повсюду счастье, куда вы смотрите. Век Кали не достигается этот уровень никакими методами, кроме воспевания святых. Кем бы мы ни были, если мы собираемся для воспевания святых имен, мы чувствуем счастье. Внутри себя, и все становятся гораздо лучше вокруг нас. Больше доверия. Если дальше продолжать воспевать, даже чувствуем любовь. А если еще дальше, начинаем вместе что-то делать. А еще дальше мы оценим святую семью. Семью Бога. Но это процесс санкиртан-яги, рекомендован Век Кали, потому что другие процессы ослабли. Они авторитетны. Есть много путей. Но если их сложить, эти пути, то классифицировать их всего три пути. Путь деятельности, путь философских размышлений, путь преданности. Этот путь, который предлагается Век Кали, путь преданности, путь любви. И значит, нужно руководить нашим обществом так, чтобы мы не теряли эту любовь к Богу. Это главная суть, что объединяет общество и направляет его в безгрешное будущее. Значит, в нашем понимании так, что если человек не воспевает святые имена, он не сможет добиться греха. Практически проверьте это. Это невозможно. В Век Кали это будет невозможно. Где та сила, которая остановит мои греховные желания, тенденции? Где эта сила? Это трансцендентное знание. В Гите говорится, что вожделение нельзя победить по-другому. Не соприкоснувшись с трансцендентным знанием, человек не сможет победить свои греховные наклонности, ни жадность, ни вожделение, ни гнев, не обуздает. Так и будем драться и ссориться всю жизнь. И решать, кто прав, кто виноват. Век Кали такой. Люди совершенно не соприкасаются с Богом. Бог для них это теория религиозная. Вообще непонятно, о чем речь идет, когда Боги говорят. Люди пугаются. Кали не будет такого. У них нет контакта, нет опыта. Личного опыта. Бог это не теория, это не религия. Это реальность. Это единственная реальность. Все, что вокруг нас окружает, это его энергия. Как можно сказать, что Бога нет? Если вы видите свет, как можно сказать, что нет источника света?
Если есть энергия, почему вы говорите, что нет источника энергии? Как такое можно? Есть источник энергии. Солнце встало, мы видим, вот, потому что свет за окном. Есть источник энергии, но и у Солнца тоже есть источник. И у каждого из нас тоже есть источник. Это наука. Эту науку знали раньше Раджа Риши, именно эту науку передавали по цепи ученической преемственности. И цари следили, чтобы эту науку не забывали. Как только мы забываем, что есть единая причина всех причин, единственная причина моей, и смысл моей жизни, тогда у каждого появляется своя причина. Какая? Выгода. Своя личная выгода – это и есть кальюга. Это и есть несчастье общественное. Люди не могут избавиться от своей жадности, но борются с жадностью других. Люди не могут справиться со своей завистью, но критикуют тех, кто завидует им. Люди не могут избавиться от чувства враждебности кому-то, но проклинают врагов своих. И когда им говоришь, прости своих врагов, я их убью. Но за это тебя тоже убьют. Прощайте, прощены будете. Всем это известно. И тем не менее, где же взять силы, чтобы сделать такие шаги? Откуда силы? Если нет сейчас таких праведных царей по всему миру. Для Кали только воспевать святое имя остается. Распространять славу святого имени, говорится. Причем громко это нужно делать. Не просто про себя молиться. Нет, недостаточно. Не будет такой концентрации, потому что мир окружающий очень шумный. Громко кричит реклама. В новостях громко говорят о проблемах. Как вы будете молиться, скажите? О чем будете молиться, когда в уши будет проникать столько негатива? Будете об этом негативе молиться. Только негатив будете думать. Боже, помоги мне. Дай немножко денег. Дай немножко здоровья. Достаточно этого, нет? Это навеяно окружающим миром. Эти вещи не просят у Бога. У Бога просят самые ценные вещи. Самые дорогие вещи, а мы даже понятия не имеем, что это такое. Потому что мы слушаем голос Кали-юги вокруг. Это говорит, деньги, женщины, деньги, женщины, деньги, женщины. Это же такие ценности, ценности. Вот мы и думаем только о своей личной жизни, о своей семье, о своих деньгах. И к Богу приходим только по этой причине. А истинные ценности утрачены уже. Если мы не знаем, что просить у Бога, то вообще зачем Бог нужен? Я говорю, только для того, чтобы нам посылать зарплату регулярно. Менять мужей и жен. Очередное невежество. Но устанавливается абсолютно истина. Отношения с Богом человек должен установить. Ой, великая позиция. Каждый человек устанавливает отношения с Богом, повторяя святые имена Бога. У него развиваются духовные взаимоотношения. Заканчиваются эти отношения, начинаются с веры, заканчиваются всепоглощающей любовью. В этом суть управления обществом, чтобы люди обрели всепоглощающую любовь к Богу, как индивидуально, так и общественно. Это выше райских уровней, говорится. Вот. Тогда, будьте уверены, управляет Раджа Риши. Вот он. Он сам это делает, он сам поспевает святые. Он сам не только Кришна Прасад. Цари следовали очень строго, строже всех. Никогда не ели оскверненную пищу. Никогда не вступали в оскверненные браки. Как о человеке судят в обществе и уровень культуры? По браку. Как он живет в семье? Насколько он свят в семье? Вот именно оттуда сколько его оценка. Кто это? Что это значит? Не как он в обществе показывается, наряжается, а как он ведет себя в семье. Вот так. Потому что брак – это и есть ячейка религии. Главное, что поведение именно в браке оценивает человека. Кто он на самом деле в обществе? Если брак на самом деле настоящий, правильный, то общество становится стабильным, воров не будет. Но скажите, пожалуйста, какой отец или мать захочет иметь репутацию перед своими детьми вора? Если это настоящая, крепкая, чистая семья, это невозможно. Это невозможно. Поэтому то, что люди имеют дурные качества, означает плохая такие семьи. Раджа Риши обязательно это обязательно имеет в виду. Он принимает
раньше времени отлучение от мира. Чтобы управлять, нужна жена. Итак, Юдхиштхира интересуется. Махараджа Юдхиштхира во всем походил на своих предков и хотел, чтобы следующий после него царь стал таким же, как его великие предшественники. Он был счастлив, узнав от ученых брахманов, что согласно астрологическим расчетам должен родиться преданный первого класса. И хотел удостовериться, что ребенок пойдет по стопам своих великих предков. Таким должно быть государство. Правящий царь должен быть благочестивым и храбрым, преданным Господу с олицетворением страха для выскочек. Он должен оставить после себя прямого наследника, способного также умело править своими безгрешными подданными. В современных демократических государствах все люди скатились до уровня шудр, или еще более низко, и правит ими такой же, как они, человек, не имеющий понятий и о требованиях, которые писания предъявляют правителю. Поэтому вся атмосфера отравлена качествами шудр, проявляющимися в вожделении и жадности. Такие правители постоянно враждуют друг с другом. Кабинеты министров часто меняются из-за эгоизма партии и группировок. Все хотят пользоваться государственными средствами до самой смерти. Никто сам не отходит от политической деятельности, если его не заставляют сделать этого. Разве могут такие низкие люди принести благо народу? В результате повсюду процветают коррупция, интриги и лицемерие. Прежде чем получать какой-либо пост в государстве человека, следовало бы узнать о Шримад-Бхагаватам, какими должны быть идеальные правители. Здесь касается речь правления обществом. Оно невозможно сейчас. Тут, конечно, критикуются эти материалистические тенденции, но это невозможно сейчас установить в данный момент времени. В этом смысле ничего делать не нужно. Неправильно будет ошибка получить. Нужно воспитать таких людей. Сначала нужно стать самому чистым. Вот с этого начнем. Потом будем влиять на воспитание окружающего общества. Дети, это семьи, куда привносится ведическое знание, образование постепенно. Таким образом, люди будут обретать эти знания сверху донизу. Управляющий класс, подчиненный класс. И только тогда возможно слово сотрудничество. Сейчас очень сложно установить сотрудничество. Мы сейчас вынуждены принимать то, что есть, просто другого нет варианта. Хотели бы жить лучше, может быть, но вынуждены принимать то, что есть. Поэтому сейчас главные шаги – это распространение духовных знаний. И если мы будем критиковать просто окружающих людей и общества, то мы шудры. Просто шудры. Те, кто удовлетворяют чувства свои. Те, кто ругаются друг с другом, это шудры. Почему они ругаются? Каждый хочет удовлетворить свои чувства, свой эгоизм, поэтому они ссорятся, ругаются, кричат. Цивилизованные люди так никогда не общаются. У них всегда есть основания для того, чтобы говорить. Причины для того, чтобы говорить. И тогда они понимают друг друга, потому что у них цель одна, образование, культура одна, чистая культура. Не о чем спорить. Цель уже, причина установлена, о чем спорить. Шудры, они ругаются только потому, что чувства их не удовлетворены. Но высшие классы людей могут контролировать свои чувства. Не будут вступать в лишние ссоры и конфликты. Кшатрий в прошлом, если он выходил на поле боя, нужно было устранить какое-то безбожие, какое-то варварство, какой-то диктат, демоническое какое-то правление. Он выходил на поле боя и вызывал на поединок этого. Самозванцы. И они долго не разговаривали. Несколько слов, говорит, ну теперь докажи на деле. Бери оружие. Вот и все. Не то, что не ругали всю жизнь. Потом схватка, и все решалось. Это кшатри. Меч в руках, оружие. Не просто кабинет какой-то. Министерство обороны, перископы, подводные лодки, самолеты, кнопки. Нет, меч,
щит. Выходи. Так все еще. Так есть три праведные цели. Они были бесстрашны абсолютно и знали, ради чего они рискуют своей жизнью. Раджа Риша, они все защищали религию. И настолько общество было тогда духовным, что они чувствовали на себе эту мощь духовной защиты, когда выходили с оружием. Они были практически неуязвимы. Потому что их защищала сама как бы энергия божественная этих людей. Они сияли. Не просто были бесстрашными фанатиками, головорезами. Нет, они были сияющими, раджа-риши именно, даже когда сражались. Даже врагам было за честь погибнуть от такой личности. Это славу им только придавало, такое поражение. Настолько были великие, могущественные раджа-риши. Как Арджуна, этот воин, враги даже любили его, сражались с ним. Прославляли за его подвиги, даже враги, говорится, когда видели, какие подвиги он совершал. Что у него никогда не было ненависти к своим врагам. Просто был воин. Знал, за что сражается. Ненавистью мы никогда не победим. Мы останемся победив со своей ненавистью. Так что же мы победили? Если цель победы – снять любовь, а мы обрели ненависть, то где же победа? Если сам я заражен ненавистью и завистью в своей победе, то в чем же победа? Я жертва. В итоге. Я могу убить кого-то, но я просто убийца. Вот в чем дело. В чем победа? Жизнь с такой репутацией – это проигрыш. Жизнь с такими качествами – это проклятие. Так в чем же победа? Если мы просто ссоримся, унижаем друг друга, в чем победа? Нет, Раджа Риши побеждает по-другому. Побеждает премой. Оружие тоже есть. Но главное не это. Главное, что он имеет любовь к Богу. Это и есть победа. Да, об этом Кришна говорит Арджуне, сражаясь в сознании Кришны. Ты не можешь никого убить. Душа не погибает, сознавая это жизнь. Сражайся без ненависти или привязанности. Сражайся, не ожидая плодов своего сражения. Не думай о поражении или победе. Думай обо мне, Арджуна. Вот что умели делать Раджа Риши. Они всегда побеждали. Даже если погибали на поле битвы, все равно они побеждали. Сердце оставалось чистым. Пример вечным. Это непобедимые исторические примеры. Победил ли или погиб человек, это не имеет значения. Важно, что выполнил свой долг до конца перед Богом. Но эту науку знали Раджа Риши. И для того, чтобы такой потомок родился, нужны особые благословения. Кто-то должен быть родителем таких потомков, кто-то должен быть отцом или матерью, кто-то должен хотеть таких потомков. Они случайно не рождаются. Вы видели, чтобы от яблони случайно упал ананас? Нет, от яблони. Яблоко падает. Также, если мы видим родители святые, не знают, зачем они создают семью и какой потомка хотят, есть шанс, что будут рождаться такие вот великие души. Приходить. Это не вопрос случайности, это вопрос определенных усилий, определенной свободы выбора. И свобода выбора, но глубоко в сердце. Это самая глубокая наука о свободе выбора. Как предаться Кришне? Это нужно просто пожелать, и все. Но нам с вами нужен процесс большой. Годы, чтобы в сердце Кришну выбрать до конца. Глубоко. Потому что сначала мы Кришну выбираем, потому что это может быть выгодно для здоровья. И еще по какой-то материальной причине. Для счастья материального. Да, люди к Богу обращаются по разным причинам. Но самый лучший из этих, кто обращается по разным причинам, те, кто интересуется им. Просто интересуется им, поэтому приближаются к нему. А совершенны те, кто обрел любовь к нему. Они его неотъемлемые частицы.
Они чистые преданные считаются. И таких чистых преданных в духовном мире их несчетное количество. И гораздо больше, чем во всех материальных вселенных вместе взятых. Там истинная жизнь в полную силу протекает. То есть все изначально души преданы Богу, и его частички так есть. Но здесь нужен процесс, потому что я еще так не считаю, что частичка Бога. У меня еще есть свой независимый план отсюда. Дай мне что-нибудь для моих независимых планов. Я тебе служу, ты мне что-то тоже. Да, у меня есть тут свои задачи, свои планы, свои желания. Не греховные, я читаю шастры. Я благочестив. Но я бы хотел заглянуть на райскую планету Кришны. Особенно Брамалока. Я недавно узнал Брамалоки, знаете. Он хотел бы заглянуть туда. Пожить там хотел бы пару миллиардов. Там такая жизнь, говорит. И все еще без Кришны, все еще независимо. Вот когда эта тенденция, это желание независимости от Бога полностью без следа уйдет из сердца, тогда человек считается чистым преданным. А ему тогда все равно быть в аду или в раю, говорится. Ни того, ни другого не желает, потому что он хочет служить Кришне, где он захочет. Он ничего материального не выбирает. И даже освобождение не выбирает. Говорит, я просто буду теперь служить жизнь за жизнью при любых обстоятельствах. При плохих или при хороших, неважно. С деньгами, без денег, не имеет значения. Хоть как. Больной ли я, здоровый, не имеет значения. Я просто прислуга. Ну, а о таких преданных беспокоится Кришна сам. Никто другой. И вот это беспокойство, чтобы нам вырастить ребенка, хорошего ребенка, конечно, потребуется немало сил. Не так, что предсказано, ну пусть теперь сам растет. Раз предсказан великий человек, он станет великим человеком. Нет. Не совсем так. Если у вас ребенок, великий человек в будущем, значит на вас ложится ответственность сделать вот это. Вот как все устроено. Если вы это не сделаете по невежеству, то другой это сделает просто. Его учитель. Окружение, другие люди должны это будет заменить. Как это? Если нет родителей, кто должен заменить? Ну, вообще должен быть родитель. Каждый рождается в семье. И у родителей есть долг. Это очень важно, потому что когда растет великая личность, и все помогают ему стать великим, все остальные тоже прогрессируют. Родители прогрессируют. Сестры-братья прогрессируют. Общество прогрессирует. Министерство образования прогрессирует тоже. Если мы будем друг другу помогать стать великими преданными, все будут прогрессировать. Вот и все. Все очень просто. По определению понятно, что каждый из нас в будущем станет чистым преданным, потому что все практикуют. Но это не означает, что мы должны плюнуть друг на друга. Нет, мы должны помогать друг другу стать такими чистыми преданными. Тогда все прогрессирует. Это наш долг. Заботиться о других больше, чем о себе. Не так, что мне предсказано, другим не предсказано, ну и все ясно. Кто они все такие? Я уже чистый преданный по определению. Они все рылом не вышли. Не так, совсем не так. Это не сознание Кришны. Нет, все связаны единым долгом. Помогают друг другу. Помогаете тому, кто может принять на себя ответственность, какую-то миссию, там, не знаю, проповедовать широко, кто-то способен, хорошо, помогаете ему, а он помогает всем другим так же. Все взаимно. Сотрудничество – это есть сознание Кришны. Вот цари следили, чтобы люди взаимодействовали, чтобы было равенство духовное. Чтобы никто над другим не возвышался, не гордился. Это тоже задача Раджа Риши. Как организовать общество так, чтобы люди сохраняли чистоту сердца? Не унижали, не оскорбляли ни одно живое существо. Ни животных, ни людей, ни полубогов, никого. Не родственников, чтобы мир был в душе. Это управление прошлого. Махараджа Юдхиштхира был таким. И он, конечно, заинтересован, чтобы его наследник поддержал эту линию, не потерял. Махараджа Парикшит, это уже как бы, ну, на заре Кали-юги император, правильный император. Затем у него был сын Джанмиджай. Был последний правильный пират.
С тех пор больше нет. Разве лишь? Ну, давненько. Несколько тысяч лет. Ну, по нашим подсчетам очень давно, по мерам Вселенной, не так, только что. Только что были Будыштира, Парикши, Чернажай. Потом постепенно династии стали падать. Очень постепенно. Один из царей допустил снисхождение. Это стало законом. И несколько царств поддерживались таким образом. Несколько поколений. Потом следующий, через следующий потомок допустил еще одно снисхождение, поскольку было уже допущено снисхождение. Он тоже допустил, по примеру, снисхождение. И еще несколько поколений царство поддерживало. Следующий потомок допустил больше снисхождений, и потом все рухнуло. Монархия рухнула. Когда монархия рушится, означает, что наступает время страшной диктатуры. Монарх становится диктатором. И начинаются проблемы, революции, перестройки, вечные. Но здесь говорится, что важно восстановить общение со святыми, и все изменится. Любой человек, который несет ответственность хоть за кого-то, отец или мать, начальник на работе или правитель, он должен нести ответственность за своих подопечных, чтобы привести их к совершенству, а значит, он должен общаться со святыми сам. То есть практически все люди должны иметь доступ, кто имеет ответственность хотя бы за свою семью, за своих детей, общаться со святыми людьми. Это основополагающий принцип, саду сам, из которого все благое произрастает само по себе, от общения. И есть определенная культура, как общаться со святыми. Отдельная культура, она изучается. Мы тоже это изучаем. Как слушать из верного источника. Как следовать наставлениям. Как задавать вопросы. Как заниматься служением. Это все относится к этому принципу саду-санды. Потому что если мы общаемся со святыми, у нас тоже появляется ответственность. Святой человек – это не компьютер Тошиба, который запоминает все. Это не бюро справочное. Это нужно слушать с открытым сердцем, это нужно тоже учиться. То есть это целая наука, целая культура отношений. И в итоге мы увидим, что общество будет процветать во всех отношениях. И духовно, и материально. Материальное процветание – это следствие духовного процветания. Это следствие духовного процветания. Если нет духовного процветания, развития, то материальный прогресс, он искусственный. Не настоящий. Знаешь, что такое материальный прогресс на самом деле? Когда природа все сама дает человеку. Вот это прогресс. Это тоже взаимоотношение. Но если мы вместо золота носим пластиковые украшения, это не прогресс. Это не то, это искусство. Если земля насыщается химикатами, это искусственный прогресс. Если средство передвижения – это машина, это искусственный прогресс. Конечно, увеличиваются скорости, и комфорт можно достичь таким путем. Но человек не прогрессирует в этой среде, а ослабевает разум и здоровье. Такой результат. Потому что нет духовного развития. Человеку пойти на землю работать сейчас современному из города сказать – это будет высшей мерой наказания. На землю копаться в грязи, к первобытному строю. Почему? Он слабый очень. Если он скопает 20 соток, это, я не знаю, такой герой. Лопат. Это наказание, серьезное наказание для современного человека. Он очень слабый физически и ментально. Он думает, это потеря времени, копать лопаты. Я бы в это время мог посидеть в баре где-нибудь или на дискотеку сходить. На нее развлечение, жизнь, а труд, потеря времени. Потом придут какие-то искусственные методы, как заменить этот тяжелый труд, а себя освободить для чувственных наслаждений, для комфорта. Но он так теряет здоровье и силу разума. А в естественной среде он развивает любовь к земле, любовь к энергии Бога. И становится сильным. Когда человек сильный, ему не трудно. Радостный.
Совсем не трудно выполнить свою работу. Мы видели. Если человек не любит свою работу, он постоянно нервный будет. Раздраженный, угрюмый. А если он любит свою работу, ему не трудно. Если он любит свою семью, ему тоже не трудно поддерживать семью. А если не любит свою семью, это пытка. А просто. А что такое любовь? Откуда она исходит? Из красивой машины? Да нет, конечно. От количества зарплаты? Нет. От красивых дорог скоростных тоже нет. От Бога, совершенно верно. Вот поэтому люди не могут найти эту любовь сейчас. Вот именно только по этой причине. Это не что-то теоретическое. Это жизненная необходимость, Бог. Это воздух и вода, и солнце, говорится. Это наш разум, это наша жизненная сила, это наша любовь. Это то, что нужно поддерживать в обществе Раджа Риши, любой лидер. Жить за счет лидера тоже неправильно. Он истощается, все кончается. Лидер привносит Бога в общество, и это общество не истощается. Если даже великий лидер уходит, другой великий встает на это место и поддерживает эти традиции. Все только улучшается, ничего не меняется. А так мы будем ждать, где великий лидер, который спасет нас. Кришна великий лидер. Он, Бог, и есть настоящий лидер. Ведь среди людей я царь. И способность человека тоже я. Так где же эти способности? Где же эти таланты? Ну, как же получить-то? Он говорит, служите Кришне. Получайте разум. Тогда не будет йога там. Я на маму поэти тренд, говорит, я дам разум. А кто даст разум? Даже Министерство образования не знает, как будет разум. Информацию могут дать, конечно, но разум где взять? Где? Кто не знает этого секрета? И тем не менее Кришна говорит, да дам я будет йогом там, я даю разум, я дам разум. Который приходит через это преданное бескорыстное служение, становится очень разумным. В его сердце наступает ясность, чистота, он видит будущее. Он понимает прошлое и настоящее, как здесь описывается. Они уже знают, что нужно делать, люди. Вот у нас появились великие потомки, теперь мы должны делать великие дела, чтобы воспитать их. Вот так, это большая ответственность, когда приходит такой потомок в общество, в семью. Представь, если Кришна пришел в чью-то семью, как вы себя будете вести? Самое лучшее. Безупречно нужно действовать. Но мы привыкли, что наши дети это просто невежество, плохой материал, трудно воспитуемый. Их нельзя в гуманные педагогики воспитывать, их только палкой можно воспитать. Разве не знали, что все воспитание палочное? Сейчас против этого, сейчас гуманная педагогика, сейчас в прошлое время меняется, если люди больше о Боге слышат, о душе, и начинают понимать, нужно менять эту систему, нужно готовиться к воспитанию великих душ. Они начинают приходить сюда, факт. Значит, образование должно меняться. И культура должна тоже меняться. Если мы хотим, чтобы такие души приходили сюда и вырастали здесь, то мы должны культуру тоже подготовить для них. Иначе не придут. Или бывает, родятся здесь и уедут из страны. Потому что нет среды для них здесь. Нет. Общество. Они изгои в обществе. Они уезжают, духов покидают такое общество. Но создайте такие условия. Прабхупада создал искон для этой цели, чтобы здесь люди могли практиковать свободно духовную жизнь, полную силу, чистые преданные, посвятить себя полностью. Я думаю, что сейчас это единственное движение, где можно себя полностью посвятить служению. Без остатка. Для этой цели был создан искон. Не для поголовного влечения людей тут. Нет. Не все смогут это делать. Не всем нужно быть прямо в исконе. Но дружить с исконом все могут, взаимодействовать с исконом все могут. Но в исконе он был создан для того, чтобы здесь полностью предаться Кришне. Полностью. Получить посвящение и без остатка. Это единственная возможность полностью предаться Кришне. То самые высокие стандарты и требования. Все люди не смогут следовать таким стандартам, как регулирующие принципы без мяса, рыбы, яиц. Не все смогут жить.
Без интоксикаций не все смогут жить. Без азартных игр и каких-то махинаций не все смогут жить сейчас. И без секса или незаконного секса немыслимо обычному человеку жить сейчас. Поэтому кто-то хочет прийти в ИСККОН, именно должен знать, что это за культура в ИСККОНе. Большая ответственность. Соблюдать высшие принципы чистоты и постоянно общаться с Кришной каждый день, 16 кругов. И думать о Нем, читать о Нем, Его лилы, Его качества, то есть познать Бога в сердце и в своей деятельности тоже. Вот для этой цели было создано это общество ИСККОН. Это общество миссионеров. Мы здесь не стремимся просто к комфорту. Мы хотим распространять эту культуру как можно шире. Как люди ее примут, это их дело, она не навязывается, но все должны узнать об этом изнутри. Изнутри, значит, из сердца преданность. Что такое любовь к Богу? Потерянное, забытое давно по всему миру. Люди давно уже забыли это все. Поэтому Прабхупада пришел, принес одну Кришну на Запад. Зачем, сказали ему, и принесли еще одну религию. У нас тут так много религий. Сотни разных сект и групп. И вы нам еще одну религию принесли. Сказал, нет, я принес то, что вы давно забыли. Любовь к Богу. Давно забытая наука. Люди рассматривают это не как наука, а как сентимент. Это не сентимент, это наука. Любовь – это непосредственное отношение с Богом. И джанма карма чмёдивьям. Татвиратитатва да, Кришна говорит в Бхагавад-гите, что если вы познаешь Арджуна, мое рождение, приход и уход, что они трансцендентные, божественные, ты в этом мире больше не родишься. Нет смерти. Ты тоже собираешься. Это наука. Наука освобождения. Каждый раз Раджариши должен знать, каждый мать и отец должны знать, слышать хотя бы об этой науке. Ради этого только люди раньше и жили, что передавать эту науку своим потомкам. Другой цели не было. И все трудились согласно своей природе, поэтому никогда не совершали греха. Знаете, как все было устроено? Очень хорошо, просто и ясно. Присутствие Бога, как присутствие Солнца, все ясно. Просто. А во тьме все относительно. У каждого свое мнение. Поэтому главная задача соблюдать эти регулирующие принципы всем членам ИСККОН, посвященным преданным особенно. И повторять ежедневно минимум 16 кругов. Хари Кришна Маха Мантра. Маха Мантра. Особо. Самое сильное оружие. Спасибо. Какие-то вопросы, пожалуйста. После битвы Курушетра нашла там лучшего народа. А как Луттера вот благодарность, что благодарность будет на него? Почему так? После Курушетра она где была? После долгой времени была где там? Как она могла быть рядом с Курушетрой? Не очень понял вопрос. Ты думаешь, что это время Курукшетры происходило? Ну, это после же битвы Курукшетры, да. Она как бы не была же, наверное, на Курукшетре. Это не было на Курукшетре? Не-не-не, это было уже другое время. Другое время. А как она догадалась, что в ней как мастер идет? Почувствовал жар. Был направлен на утробу, ее утробу она почувствовала жар. Описывается так. Люди могли знать эти вещи раньше, в прошлом. Я думаю, что мы бы и не поняли, что к чему. Если бы знали это направление Брамастры, мы бы не успели понять. Не все люди успели понимать эти вещи. Люди разные были. То, что было 5 тысяч лет назад, сейчас это большая разница. В людях именно разница. Тот, кто берет больше на себя ответственность, тот становится выше. Тот, кто берет, нанимает себе людей, создает семью и расширяет свою ответственность, он становится, именно эта ответственность, она подтягивает к тому, чтобы что-то сделать хорошее, если тянется, если сам тот, кто берет на себя больше и больше ответственности, если тянется к Богу, то возникает рано или поздно чувство,
как принести тех, кто близок, тех, кого я взял под свое крыло, чтобы их направить, или чтобы они не почувствовали вкус того, к чему, скажем, прикоснулся я. Но как этого сделать, если нет вот этого стремления со стороны? Ведь насилу мил не будешь. Это ведь насилие. Это неправильно, даже если ты более касается людей, скажем, уже достаточно взрослых и зрелых. Ну, в моем, скажем, случае, это у меня моя команда. И как бы ко многим вещам они относятся в несколько степени, ну, скептично или с юмором. Но чувствуется, что как-то нету вот этого, как же сказать, ну, только с юмором, если это относится. А как можно тогда сделать, если... Ну, с юмором неплохо. Они не агрессивные, да, с юмором неплохо. Если это добрая среда, хорошая среда. Но нужно время. Как вы говорите, тот, кто берет ответственность, это один момент, но не решающий момент, потому что решающий момент – это тот, кто способен нести ответственность. Можно брать ответственность, но не быть способным, да, не получилось, да. Скажем, нет, не получилось. Я взял ответственность, женился, семья, но не получилось. Так вот, главное – это именно вот способность, квалификация ответственности. Важна. То есть раньше люди готовились к семейной жизни, если они обретали квалификацию нужную, сейчас просто люди женятся, ну как получается, то есть нет такой школы. Потом выясняется, что мы не способны были создать семью, жизнь. В конфликте жили постоянно, то есть счастливы не были, дети тоже несчастливы, лучше было бы развестись, потому что все несчастны. Это неспособность. Ответственность-то взяли, но неспособны. Взялся за гуш, но не больно дюшечку, так говорится. Вот это как раз распространенное явление. И что? Наука в чем заключается? Что никто не способен на это. Человек не способен на такие вещи. Это дело Бога. Именно поэтому семья рассматривается как духовный уклад, где от имени Бога все происходит, не от моего имени. Не от моих несовершенств. Как вы сказали, в прошлом я жил одной жизнью, сейчас живу другой жизнью, родственники все помнят, Леонид кстати, не авторитет. Я не могу проповедовать отцу, матери, допустим, там, или жене, которая знает похоть мужа, его анархии, его плохие качества тоже близко по отношению к себе, его грубость может быть по отношению к себе иногда. Он не святой в ее глазах. Поэтому от имени Бога управляет. Я тоже слуга Бога. Вот тогда я могу управлять. Если я грешный человек, но я служу Богу, я стараюсь, все пойдут за мной. Вот так я поддержу семью. Я делаю то, что могу в служении Богу, бескорыстно, и видя этот пример, родственники также начинают что-то делать. Если я лично буду управлять, я столкнусь с оппозицией всегда. Если Бог будет управлять, все будет по-другому. Поэтому решение – это сознание Кришны человека. Не просто его положение отца или матери, или какое-то еще положение в обществе, а его сознание Кришны. Что человек без сознания Кришны иссякнет. Любой. Даже самый сильный пловец, говорится, тихий океан не приплывет. Хоть мастер спорта, хоть олимпийский чемпион, тихий океан не приплывет. Так же здесь. Мы пускаемся в такое плавание, жизнь, что переплыть это все, не поле перейти, говорится, да? Нам нужно корабль. Плавь невозможно. Корабль сознания Кришны. Вы сказали, что все дети царей воспитывались у Брахмана, да? И сыновья Дхитарашты все воспитывались у Брахмана, да? Но, получается, вначале не выполнил свои миссии, он не смог их научить карму, съеденную карму, он не смог повлиять на своего сына, да? Почему его сын так вел себя? Получается, он... Критикуете Драначарию. Дошли на Махабхарат и сразу стали критиковать Драначарию. Не думайте, что Драначария такой падший. Нет. Он научил их воинской дхарме. У него была своя определенная роль в этого брахмана. У каждого брахмана есть своя роль. Он не был вселенским ачарьей. У него была определенная роль, он ее выполнил. Как и обещал. Это были лучшие воины. Нравственность была. Воинская дхарма включает в себя нравственность тоже. И пандавы были такими. Он сделал это.
Если кто-то хочет быть нравственным, его можно обучить. Если кто-то не хочет быть нравственным, вы не обучите его. Его даже в школу давать не нужно. Ну, не отвечаем, да, за свои. Если кто-то не хочет, отвечает. Но если кто-то не хочет, невозможно учить. Он пытался изо всех сил Дрётку научить. И сына научить своего. Он тоже имел некоторое пристрастие к сыну, конечно. Но он пытался. Но все дело в желании, как пробудить желание. Не у всех людей можно пробудить желание предаться Кришне, понимаете? Это невозможно, чтобы все стали кришнаитами. Никогда такого не будет. Полюбят Кришну только люди, именно которые вот готовы все пожертвовать ради Кришны. Хотят этого. Остальные как-то Кришне какое-то отношение тоже будут иметь свое. Говорили вот о времени, вообще, что сейчас время прихода великих душ. Также в интервью вот, с Эрнетом Турсановым как раз затрагивалась тема того, что сейчас происходит глобальные изменения. Все очень усиленно происходит. А когда это вот было начало золотого века, так понимаю, и когда был примерно конец золотого века? И как признаки? Вот вы начали соблюдать принципы, практиковать. Это начало золотого века для вас. А, для меня обычно. Да. Как только прекратите, идут конец. Прекращаете, все. Так же для всех остальных. То есть он, в принципе, начался уже для кого-то. Параллельно также идет деградация какая-то где-то. Параллельно золотой век. Вот пока еще такой небольшой, как бы ручеек, такая речка, но уже течет к морю. Уже вот приходим, мы уже начинаем этот золотой век. Уже это происходит. Я тоже пытался рассказать об этом Эрмеку. Ну да, это. Я думаю, что он уже как бы с этим соглашается, что такое возможно. Потому что он ждал глобальных перемен таких больших. Но здесь именно другой метод. То есть для тех, кто практикует, уже начинается золотой век. Можете всегда каждый день чувствовать трансцендентное счастье. Если хорошо практикуете, всегда каждый день будете в счастье, трансцендентном блаженстве находиться. Разве не золотой век? На нас смотрят как на странных людей, окружающих. Именно потому, что мы слишком много радуемся, поем, танцуем и едим. Пируем каждый день. Праздник каждый день. Почему? Они не работают нигде или что? Они думают, что если человек работает, он должен стать серьезным, угрюмым, озабоченным, обремененным, это работа на человек. Не, у нас другая работа, у нас счастливая работа. Почему должны все угрюмо ходить? Потому что работают. Не надо. Вот и счастливы всегда, и на работе, тем более. Работа вообще это вера блаженства, работа в Сознании Кришны. Мы работаем без выходных, приятно. У нас выходной как раз самая большая работа, воскресная программа. Все заняты. А, работа кармическая, тогда это отбывание наказания, конечно, но деньги дает какие-то. Только вот ради этого преданный работает, чтобы поддерживать себя и служить Кришне. Хорошо, когда и работа связана тоже с миссией, варнашрам дхармой, это идеально, люди тогда все счастливы будут. Мы не ожидаем от материального общества, что оно быстро изменится, постепенно изменится. Люди в миру тоже говорят, что взятки плохо, нужно быть честным. Они то же самое говорят, просто без Бога. Поэтому это очень медленно. Это очень долгая история без Бога. Это когда люди усвоят вообще, что плевать на улицу не нужно. Когда закон ведут, штраф, допустим, не испугаются. Потому что сознание очень медленно развивается у людей. А ждать некогда. Знаете, как вот есть препятствие перед вами. Гранитная глыба такая. Монолит. Базальтовая глыба даже. Такая сверхпрочная. Это проблемы общества, так скажем. Это там все, что угодно. Коррупция, взяточество, там бандитизм, проституция. И, ну, если все туда свалить, это будет такая вот непреодолимая такая базальтовая глыба на нашем пути развития цивилизации. Хорошо.
Вам предлагают метод. Молоточек ювелирный. Будьте честными. Тюк-тюк-тюк. Вот, видите, уже отвалилось чуть-чуть. Есть надежда. Но это будет вечно продолжаться. Говорит, сознание говорит, что это большой кузнечный молот. Вы кладете эту большую глыбу на этот молот, поднимаете его повыше и одним ударом. Бах! Дребезги. Хороший метод. Попробуйте 16 кругов. 4 принципа. Вас бояться будут даже родственники. Вы спуску никому не дадите. Это революция колоссальная. Я не советую так резко кому-то начинать, но так случается. 16 кругов — это что-то. Можно про родственников, как раз сейчас сказали, когда в семье отношения, ну вот я не стесняюсь, это честно говорю, у меня с бабушкой тяжелые отношения. Тоже говорили, что Арджуна, в принципе, вообще там повыкосил, да, своих. Как бы не надо по этому поводу переживать, но мне идет кардинально. Я впадаю вот в танец, в это невежество, что я начинаю по этому поводу переживать, но она же мне все-таки вот так, очень много положила на то, чтобы там, дать образование, заниматься со мной. И чем больше я избавляюсь от привязанностей, лишь крещам, ну, полиграфа, да, вот еще чем-то, тем больше я сумасшедше выгляжу в ее глазах. Это доходит до кардинального. Как быть? Нужно еще при этом быть добрым. Ну вот такая ситуация была, когда мы пришли в гости, она детей запустила, меня нет, я детей забрала, ушла. Ну, и она вышла во двор с поводком от собаки, и за нами ходила не один вопрос. Я не знала, что делать. Что при всех она меня избила, это еще больше опозорит бабушку. Убегать от нее тоже ее. Я выбирала из двух зол. Убегать от нее позориться, или чтобы она меня при всех била позориться. В общем, мы сейчас не общаемся. Я вот есть такие примеры. Есть такие примеры, когда общаться близко тяжело вообще. Тогда близко не общаться. Недавно в одной семье, связано с преданными, но родственники не преданные. Вот я просто пример привожу недавно в одном городе. В одной семье, где родственники не преданные. Одна родственница убила другую родственницу. Жестокий вопрос. Ну, такие бывают. С такими людьми близко не надо общаться. Если они агрессивны, если они злобны, близко не общаться. Даже если это родственники, близко не может тесно общаться слишком. Иногда. Конечно, нейтральные отношения какие-то более-менее добрые. Но вот нельзя жить во вражде, в ненависти. Мы избегаем этих вещей. Даже если это родственники. Какой толк таких родственников, если ненавидят друг друга? Где Ростов настоящий? Человек, я понимаю, что самые близкие враги для нас — это наши родственники в этом случае. Хотя бы нужно быть добрыми друг к другу, уважительными. Но не получится так, что это одно бурхана останется непройденным и развязанным. В сознании Кришны нет недостатков. Все восполняется сознанием Кришны. Цель всего, всех путей сознания Кришны. Это цель, высшая цель всех. Если вы удовлетворяете Бога, на самом деле вы удовлетворяете всех своих предков. И полубогов, и учителей. Даже солнечному свету платить не будем. Мы всем обязаны молиться. Но если мы удовлетворяем Кришну, источник всего, мы раздали долги. Но будьте добрыми, не избегайте конфликта. Хорошо. Спасибо большое. Что пропало. Джай! Читание тянут, что нам руки.